классической форме. Нужно заниматься каждый день, да. Опять же, правильно питаться. После вахты желательно, особенно после утренней, ни в коем случае не завтракать, а идти просто спать. Это будет намного полезней. Не будете набирать массу, живот расти не будет. Ну и, соответственно, заниматься каждый день, какие-то упражнения делать. Сегодня у нас 0 градусов, я, в общем, тренируюсь. Бег, скакалка и раскидка. Все это делается на взрыв. Вот. То есть бег у меня был сегодня тоже на взрыв. В Черноки бегал. Вот, сейчас скакалка. Ну и покажу сейчас, какую я раскидку делаю. На якорной стоянке стоим в районе порта Высоцк. Ну, от 5 до 10 ежедневно я делаю. Все, всем пока, хороших тренировок, берегите свое здоровье, занимайтесь спортом.